Так, наступил момент перегонки Дэнни Браги. Почему он так быстро наступил? Потому что я сейчас попробовал ее случайно. И она стала кислеть. А это говорит о том, что в ближайшем будущем она может превратиться в уксус. Так что, может, за счет неправильного хранения, она у меня некоторое время на улице стояла. Ну, попробуем взять из нее что-то. Вот. Я думаю, не все потеряно. Мы сейчас добавим столовую ложку соды для нейтрализации. Стакан какой-то матерый. Столичный. Для нейтрализации кислотности. Вот. И будем выливать это все в куб. Так. Опа. Еще раз попробуем. Пошла, родимая. Хорошо, удобно, что горлышко узкое. Большие куски все-таки просачиваются. Вроде брак и пахнет. Запах вкусный, прям дынькой, прям вообще обалденный запах. Так, все, хватит. Больше не надо. То если закипит, мы улетим на Луну. Потому что рекомендации. Желательно оставлять вот столько воздуха. Потому что чем будет больше налит куб, тем больше риск. Тем больше риск у вас колонизировать Марс. Потому что при кипении не будет хватать воздуха. И все пойдет в змеевик. Возрастет давление. И вы улетите с этим кубом на Марс. Колонизировать его. Так что смотрите аккуратнее с этим делом. Вот, вот до столько. Максимум наполняйте его. Ну, я так делаю. Добавляем немного соды. Пошло бурление. И вот так вот поехали заправлять. Так, сейчас я отлучусь. Остается за старшего вот этот товарищ. Он будет наблюдать за этой температурой. Ну ты хоть в камеру посмотри. Балбес. Вот. Когда будет 78, ты мне сообщишь. Понял? Все, кивнул. Короче, 90 градусов. Идут мелкие капли. Голову мы слили. Голову слили очень мало, потому что мы не знаем, какой там объем спирта. Ничего. У нас произошло ЧП. Разбился градусник. Или как он? Термометр, спиртометр. И емкость. А процесс идет. Будем мерить по старинке. Поджигать. Если горит, значит градус есть. Если не горит, значит можно прекращать. Блин, ну как же так разбил его. Эх. Тут надо поставить музыку. Пык-пык-пык. И все. Ну-ка. Смотрим. Thank you.
еще можно гнать. Вроде чуть-чуть горит. Горит. Это хорошо. Значит, больше 40. Продолжаем погонку. Фу, пробуем. Горит. Так что можно сделать его. Подведем итог. Итог. Из 17 литров этого, я бы сказал, что это брагу уксус, у нас вышло где-то 1,5 литра. Литр 70 самогона крепостью. Плюс 40. 40 плюс-минус 5 градусов. Потому что у нас термометр, спиртометр разбился, и пришлось просто по состоянию определять, поджигать, и все. Вот. Перегонка была одна, единичная, потому что второй перегонке, на мой взгляд, теряются все вкусовые качества, запахи вот самой вот этой браги, вот из чего она сделана. Вот я сейчас налил вот стаканчик, вот просто вот на нюх. Запах прям отчетливо. Вот прям чувствуется вот эта дыня, вот этот аромат дыни прям чувствуется. А на вкус прям сладкий-сладкий и с маленькой кислинкой самогон. Прям вот на любителя, вот с кислинкой. Если просто второй раз перегнать, уже будет просто обычный самогон. У нее даже не будут вот этих ноток дыни отчетливых. Вот. Но это кому как, лично я вот про первый перегон говорю. Вот. В бутылке, в этой, здесь получается находится кора дуба обожженная. Это уже старая бутылка, не знаю сколько, 4 года вот этой коре дуба. 4 года, если ее видно. Вот. Я каждый самогон, который гоню, я его настаиваю вот на этой коре дуба обожженной. Она, самогон после этого придает такой благородный оттенок, такой коньячный. И уже вот это нотки древесины ощущаются в самогоне. Вот. И я вот оставлю его настаиваться недельки на две, и уже будет совсем другая песня. Так что к чему я это все веду? Что даже если брага зауксусилась сильно, ну не сильно, наоборот, не сильно зауксусилась, из нее тоже можно поиметь какую-то выгоду. Я думаю, вообще не получится. Вообще не выгоню нисколько. А получается здесь три бутылки выгну. Еще, сейчас еще я на вкус попробую. Ну-ка. Да, прям отличный. Но дыни все-таки мало подходит для браги, потому что я это первый раз гнал. Так, на... Думал попробовать, потому что осталось. Все равно дыня, она быстро портится, быстро она скисает, и поэтому в нее надо очень много сахара добавлять и какие-то делать решения, потому что она превращается быстро в уксус. Но можно сделать из нее брагу, и получается такая необычный вкус, необычный просто. Вот я сейчас попробовал, да, мутновато, потому что немножко у нас сперва закипело и пошло, ну как немножко, пошло с требухой вот с этой. Ну это все поправимо. Так что вот такие дела. Вот. Следующий эксперимент сделан еще из чего-нибудь. Так что вот такие вот дела. Подписывайтесь на канал.